Отвечайте. Так тоже за нас решает. Отвечайте, как остановить застройку нашей земли. Вы как представитель власти. Отвечайте всем. Все? Да. Успокоились теперь, выдохнули. Еще раз говорю, я вам предлагаю, как остановить. Давайте мы просмотрим и проверим все законные документы, которые есть в этом вопросе. И проверим, и тогда выйдем еще раз говорю, к людям, скажем, да, это законно, это незаконно. Готовы к этому? Да. Готовы. Хорошо. А я предлагаю сделать по-другому, ребята. Эта территория еще не застроена, на ней еще сохранены зеленые насаждения. Отменить то решение, которое принималось ранее. И обратно вернуть в зону рекреации и отдыха. Все! Выданного разрешения на застройку рощи. И все, другого решения. Где наш парк? Где наш парк? Послушайте, я народ, у нас действительно главный верховенский орган. Сейчас я предлагаю нам не только возмущаться, но и сделать дендроплан всей рощи, посчитав каждое дерево, отметив его. И это тоже будет документ, который будет свидетельствовать о том, что роща была. Потому что ночью рубят, а потом говорят, а не было ничего. Люди ходят на велосипедах, по парку мотаются. И бегают. Уже не катаются, уже негде катаются. Почему катаются? Пока катаются еще. Катались вот так. Сейчас уже вот здесь. А велосипедисты сейчас дорогие товарищи, мы переходим к резолюции нашего митинга, а того, что мы требуем. Мы требуем незамедлительно прекратить продажу муниципальных земельных участков, занятой рощей, в частную собственность и передачу в аренду. Изменить зонирование всей Александровской рощи путем внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план города Ростова-на-Дону. Таким образом, чтобы вся ее территория была отведена под зону рекреационного назначения. Запретить строительство любых капитальных строений на территории Александровской рощи до изменения в установленном порядке зонирования территории рощи на зоны или зоны рекреационного назначения. Провести публичное обсуждение проекта изменения зонирования территории Александровской рощи и проекта благоустройства территории Александровской рощи, обеспечив полноценное участие в нем жителей Александровки.